Так, приехали мы с мотобола. Папа у нас нажарил блинчики и, смотрю, будет готовить борщ. Начистил овощи, приготовил для борща. Поставил кастрюлю. А я сейчас буду начинять блинчики печенкой, которую приготовила вчера. Вот такое, вот такая вот у меня печеночка. И буду сейчас это все дело заворачивать. Папа прям успел сделать все. И блинчики нажарить, и стены зашпаклевать. Посмотрите. Да. А вот тут что, это проявляется рисунок, да? Или еще будешь шпаклевать? Так надо будет закрасить хотя бы. Вот так вот зашпаклевал. Так вот у нас лампочка эта светит. Но все равно света мало. Мало. Когда... Не знаю, Илюш. Когда будем делать натяжной потолок, наверное, по углам еще софиты сделаем. Но это как раз богатеем, так и сделаем. Получается, вот диарка зашпаклевал папа. Эту стену с этой стороны и вот это вот все. Все это зашпаклевал сегодня папа у нас. И сейчас папа варит борщ на данный момент. Да мы приехали и отдыхаем, да, Тём? Папа варит борщик. Такой бульончик у папы. Там зажарочка. Бурячок. Морковка, лук. Тут папа шинкует капусту. Уже нашинковал. Да, папа? Нашинковал? Молчит, как партизан. Время без 10:08 уже. Да, борщик варим. Борщик варим, да. Ты со спинок, да? Я его слепила. Я его слепила из того, что было, да? Вот столько у меня получилось блинов с печенкой. Всю печенку добавила, как раз ушло. И осталось вот немножко, дети так поедят. Потому что у нас Артем с Илюшей с печенкой не едят. Настя тоже. Два блина, к сожалению, порвались. Из-за того, что они плотные, толстые. И порвались. Ничего страшного, и так поестся. А это Артем у нас кушает вот такие вот блинчики. Ложит туда в середину сосиску. Сверху заматывает блином и кушает. Так, ребята, вот такой вот стол купили. Парта. Компьютерный стол. Компьютерный стол парта. Муж с утра ездил,
забрал. Заказывала через интернет. Магазин находится у нас в Енакиево ихний. Потом сниму видео, покажу, как будем собирать и ставить. Это для Артемчика. Вообще ничего не видно. Поставили сюда, вот стоит с этой стороны, вон на стуле одеяло. Теперь будем собирать деньги на кресло, да, Тём? А то у нас вот такой вот старый стул, аж страшный. Играйте вместе, не делитесь. А этот стул, вот он у нас. Вот такой вот. Этот будем продавать, вот этот весь набор за 2000. Вот хотим продать тот стол и как раз добавим, купим кресло хорошее Тёме. Так что Артём потратил свои деньги на стол, да?